Ойсерде! Yeah.
Юра, столько много друзей детства. Невероятно рад вам всем. И, кстати, сегодня, вчера, ну, можешь считать, сегодня, неважно, хрен с ним. Сегодня день рождения еще одного хорошего друга. Человека, который помог в организации, в логистике. Алексей Триган Церковный. Спасибо, Лех, что помогаешь. Дико рады тебе. Следующая песня. Гасить границы! We'll be right back.
Thank you.
Пойдем по прошлому нашему материалу. Следующая песня.
отлично. Джина, Оксана. Денис, у него сегодня день рождения. Поприветствуем его еще раз! Благодарю вас. Ну, следующую песню для вас сыграем. Мы давно не играли. Мы, кстати, на самом деле на этом концерте исполним много композиций. Но вместе которые... мы ее играем первый раз. А? Вместе мы ее играем первый раз. Да, вместе играем первое. Просто некоторые вещи уже покрыты десятилетиями. И мы решили обнажить, потому что их много, и они прекрасные. Возможно, некоторые даже будут переиздаваться в интересном варианте. Мы над этим подумаем. Следующая песня «Ночь после казни». Полоснят и нам вместе свет дымляет.
Возмездие. Белый знак на двери — это значит, что ты обречен. Молись своему распятому Богу, тебя не спасет даже он. Ваши забирает ад, а воронье растащит часть ваших тел. Thank you.
Отлично. Долгий вест. Программа. Следующая вещь. Последний призрак. We'll be right back.
конечно. Наш концерт поделен на три части, три эпохи коллектива. Сейчас была наша старая программа, ну, скажем, взрослая программа, даже не так, юная. Это была юная программа. Дальше пойдет наша, наверное, почти зрелая программа. И в завершении будет наша зрелая программа с нашими новыми композициями, с нашими новыми песнями. Продамос!
Так, разогрелись, уже круто. Инцест! Святостью мертвили, рыдают ангелы без глаз.
Я еще хотел поблагодарить вас за подарки. Было очень даже вот того молодого человека, который просто офигенный подарок в гримерку принес. Большое спасибо. Вот. И маме привет. Специально для нее. Благодарю. Действительно очень приятно. Ну, наверное, вы знаете... Что-то ты не по сатане совсем говоришь. Да, да, не по сатане. На самом деле... Ну, надо говорить. Ну, может, немного о вечном. Да, мы сейчас начнем младенцев, естественно, расчленять. И прочее там. Ладно, шутка. Да. Следующая композиция — «Клонирование». Поколению!
отлично. Что, что-то загорелось? Шучу. Как настроение, ребята? Вот вам и настоящий рок-концерт, и 3 часа тука-тука-тука-тука-тука. Уже 20 лет. We'll be right back.
хотел пригласить на эту сцену нашего давнего друга, коллегу. Мы уже, можно сказать, уже 20-летие вместе. Хотел пригласить нашего коллегу Вадима, демона гильотины, заслуженных мэтров, пожалуй, жанра. Как говорится, выкапываем самый-самый эксклюзив. Всем привет! Привет, стигматики! Весь мой оркестр демона гильотина поздравляет Дениса с днем рождения! Желаю всего самого мощнейшего, чтобы у него было самое, куча успеха, удачи. Ну, если, в принципе, ему написал лично уже, много хорошего пожелал. Но все-таки самые теплые поздравления Денису, ну и всему твоему оркестру. Привет от нашего. Большое спасибо, ребята. Благодарим вас. Мы, в конце концов, уже 20 с лишним лет вместе топчем одну и ту же сцену. Московского, так называемого, Black Rebel. Вот. И сейчас мы хотим за... Вещь! Деньги! Бога! Yeah.
тебе лайки ВКонтакте. Вот это посылание. Лайкайте Вадиму. Все, выкал. Группа Sigmatic Horus дико рада приветствовать вас всех в этом зале. С нами, соответственно, Никита Гуманоид, Александр Воронов, один из лучших звукачей вселенной, это Дима, и генерал, который отсидел 15 лет на горбушке. Продолжает сидеть у нас. Ну, соответственно, да, Дэн, с днем рождения, поздравляю его. И, соответственно, следующая песня как раз про него называется «Еретик».
наш перерыв. Я также хотел выразить огромную благодарность нашим черным магистрам. Наш коллектив «Стигматик Хорус» — это работа большого количества людей, как в прошлом, так и, наверное, в будущем. Хотели поблагодарить бы Деметра Грейла за большой вклад в альбомы. История тысячи раз переписана. Удел побежденных, мрак и забвенье. Наказ настоятеля храма старцу-хронисту добавит морщин на чело. Наш благодетель и едва отошел в мир иной, преемник велел в летописном чертоге все благие свершения вымарать черным. Неудачи, жестокость былого правления допадут на пергаменты знаками крови. Словно вчера стал он за кафедру отроком юным, ныне болен сосуд его духа, согнен годами. Болью мира и горем он переполнен. Он тихо уйдет и оставит на кафедре чистый пергамент. Думай, царевы! Отрешение от бесчисла.
необычная вещь – вороны. Воля ветер, смрад разносит.
На сцену срочно требуется Алекс ФФ. Где он там? Вот, самый большой фотограф в мире. И самый крутой, разумеется, один из... Из топ of the tops. Господа, у нас... никогда не получалось, как бы, сделать всегда впритык. Песни длинные, их много. Сделать фотку, как бы, с народом, который пришел на концерт. Поэтому решили сделать это сегодня. Просьба всем подойти максимально близко, как в сцене. Мы сейчас сделаем очень крутую фотку. Давайте, давайте. Ребят, я реально, я даже не замечал. Крутейший световик нас сейчас все подсветит. Он же... Благодарствие прямо. Вот, топчик, топчик, давайте. Давайте ближе, ближе, не все подошли еще. Сейчас ждем, ждем, давайте. Те, кто там сидят в VIP, тоже подходите. Нечего сидеть уже, наверное, это самое, затекли жопы и там подобное. Дима, вот, Дима, Дима, ты главное сам тоже к нам успей. Я-то по-любому буду, давайте. Вообще, ребята, супер. Ну, Алекс ФФ говорит отлично, значит, отлично. Я прям приятно поражен. Шикарно. Небольшое микрослово, да. Как я говорил, группа Stigmatic Chorus — это работа большого количества людей. Я бы хотел бы от всей души поблагодарить также. Ну и тоже можете поблагодарить их, людей, которые помогают мне в лирике, с музыкой, с саунд-продюсированием. Группе Stigmatic Chorus, которая играет все это очень сложные композиции. Хотел поблагодарить Владимира Гопина, Арсофеса Романа, Теодора Боровского. Это действительно люди, которым нравится наше творчество, и они, ну, действительно всегда поддерживают нас. Вот. И группа Stigmatic Chorus, которой мы являемся, Оксану. Вот. Спасибо вам, коллективу, за то, что терпите мои выходки. Да, я Денис, довольно... мы тебя же любим. Да, я довольно экспрессивный, истеричный человек. Нет, со мной сложно. Он творческий человек. С вами тоже сложно. Творческий человек. Да, с творческими людьми они немножко такие. Вот. Поэтому, если захотите быть творческими людьми, 10 раз подумайте. Возможно, будут проблемы. Вот. Ну что? Начнем, наверное, дальше. Как раз вот из альбома «Фанатик» всеми любимого. «Приговор».
осуждены, все неверовавшие, но возлюбившие ложь. Ибо тайны беззакония явятся в мир сей сынам человеческим, когда откроется беззаконие, коего Господь убьет духом уст своих. Истинно говорю вам, есть дочь дьявола, невеста ада, да будет гореть она в сердом пламени Флегедона во веки вечные.
Оу! Отлично. Я даже специально отошел, чтобы посмотреть, как они играют. Неплохо. Хорошо. Да, мне понравилось. Сбоку вы хорошо смотритесь. Так, ну что? Да, про Египет. Юность в Египте. Ну что, наверное, один из лучших, на мой взгляд, гимнов Вию. Я однажды хотел написать песню на века. Мне кажется, получилось. Oh.
последние мгновения шикарнейшего вечера. Большая благодарность, ребята. Вы умеете делать праздник. Вы не скучно живете, все хорошо. Всех благ! С вами была... Денис! С вами была группа Stigmatic Chorus. Александр Анатольевич, Никита, Жина, Дмитрий Бельф и, как говорил, Большой творческий институт группы, Большой творческий институт коллектива лирики Владимир Гопин, Диметр Грейл, Арсофес, Теодор Боровский и много кто присоединяется к нам. Большая благодарность, всех не перечесть. Ну и за терпение вам большое благодарствие. Всех благ вам!